В Беларуси начался осенний призыв в армию. Всего на укомплектование вооруженных сил других войск и воинских формирований планируется направить около 10 тысяч человек. Для прохождения службы в резерве – около 200. Военную присягу новое пополнение примет 20 ноября. 29 и 30 октября состоится второй российско-белорусский форум детей и молодежи. В его работе примут участие лидеры и активисты молодежных общественных объединений Смоленской и Витебской областей. В ходе форума участники обменяются опытом в сфере молодежной политики, договорятся о совместных проектах. Клуб «Большого спорта» проведет патриотическую акцию для воспитанников Рудинской школы-интерната. 28 октября на базе воинской части 52-287 пройдут показательные выступления Витебской воздушно-десантной бригады, выставка техники, конкурсы с подарками. До 29 октября в Беларуси проводится второй этап специальной программы «Допинг», направленный на предупреждение, выявление и раскрытие преступлений, связанных с поступлением в незаконный оборот лекарственных средств, содержащих в своем составе наркотические средства и психотропные вещества.